Всем привет! Вы на канале Ремонт сельхозтехники. Меня зовут Ильдар. Сзади трал. Из города Миас заказчики, которые были, оформили разрешение на перевозку. Сейчас будут забирать трактор. Ну, приехал только водитель. Вот, сейчас покажу. Вот он их трактор. Сейчас устанавливаем обратно аккумуляторы. Они решили без аккумуляторов. Видимо, сами будут. Сейчас будем заводить и грузить его. Также у них... Вы спрашивали, почему навески нету? Он идет погрузчик. Вот у него погрузочное оборудование. Они решили новое погрузочное оборудование ставить. Его отдельно уж будем грузить. Вот он их погрузчик. Капиталка по цене 350 обходится. Они решили отказаться уже от капиталки погрузочного оборудования. Вот поэтому у этого трактора и нет навески. Вот этот трактор пока свободен, ребята. Заказываем. Цена, я говорил, 3 200 000. Вот поэтому он без навески, то что здесь погрузочное оборудование будет. После Миаса он поедет уже в Новый Уренгой, на севера. Чуть-чуть опоздал, на секунду как завелся.
Астрал 11 метров. Итак, трактор МИАС один ушел, осталось еще два трактора. Ребята, этот трактор свободен, звоним, спрашиваем, покупаем. Так, что у нас сегодня в сборочном цехе? Итак, ребята, в сборочном цехе полным ходом идет работа. Облицовка вот на этот трактор, вот она. Все покрасили. Сегодня будем это все устанавливать. Тут готовим постамент кабины. Это трактор, который уже на продажу. Кстати, вот облицовка уже вот на этот трактор. Ящики установили, коробку установили, задние крылья установили. Кстати, вот этот трактор со Спасского района на текущий ремонт заехал. Вот они, круглые крылья, которые всем нравятся. Не, наоборот, квадратные нравятся. Второй каркас кабины готовый. Вообще идеально ровный. Правда, вот этот щиток чуть-чуть мятый. Но это не критично. Тут у нас идет полным ходом комплектация уже.
Полностью проводка новая. Приборы новые, 24 вольт. На этот трактор у нас осталось облицовку. Вот сейчас вот кабину одну комплектуем как раз вот на этот трактор. Второй на трактор, который в цехе. Удмуртский трактор пока выгнали. Срочно нужно текущий ремонт делать. Который трактор в цеху я вам показывал. Вот пока вот на такой стадии работа идет. Гидроцилиндр установили. Полностью коробку установили. Навеску установили. Ну вот сейчас текущий ремонт быстренько сделаем. Дальше его в цех уже загоним. Итак, ребята, вы посмотрели очередной мой выпуск по ремонту тракторов. То есть многие говорят, что я снимаю одно и то же. Я снимаю не одно и то же, я показываю вообще принцип сборки, как вообще работаем, чтобы наши клиенты видели, как их трактора собираются полностью, чтобы там не думали, то, что недобросовестно собираем. Все, работаем качественно, на совесть. И также хочу, чтобы другие люди тоже видели, как мы собираем трактора. Кому не нравится то, что я снимаю одно и то же, я, в принципе-то... Что я вам скажу? Всегда найдутся те люди, которым что-то не нравится, которые в этой жизни, может, как сказать, диванные критики, которые только могут говорить, а по факту сами ничего не могут делать. Я скажу так. Ребята, кому нравится мой канал, ставим лайки. Также подписывайтесь на мой канал, кому интересно мое видео. А кому не интересно, дизлайки можете поставить, можете не ставить, я не обижусь. Вот. Всем пока, до новых встреч.